В рамках 10-го форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана состоялась промышленная выставка. Здесь были представлены более 400 предприятий двух стран, в том числе крупные компании из Карагандинской области. Мирангуль Салкимбаева с подробностями. Промышленную выставку, которая прошла на площадке крупнейшего в Свердловской области выставочного центра «Екатеринбург-экспо», открыл губернатор Куйвашев. Здесь была представлена продукция 14 регионов Российской Федерации и областей Казахстана. Среди крупных компаний – Карагандинская Ютари ЛТД. Предприятие из шахтерской столицы Казахстана занимается выпуском швейных изделий и являются одним из лидеров легкой промышленности страны. Целью нашего визита является расширение деловых связей, расширение кругозора производителей отечественных, иностранных в свете Российской Федерации. Также в выставке приняла участие и компания «Сантехпром». Предприятие специализируется на выпуске высокоэффективных радиаторов. В Екатеринбург они привезли карагандинское ноу-хау – новый прибор отопления. Оборудование гарантирует качество, соответствующее самым высоким европейским требованиям, рассказывает генеральный директор Владимир Крючков. Также руководство компании обсудили ряд проблемных вопросов с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Недоучтенные вопросы, связанные со стоимостью таможенного товара. И так как все-таки мы являемся пока не единым экономическим пространством, то существуют сложности с возвратом налога на добавленную стоимость, которую мы постоянно используем. Это, конечно же, при экспорте лишает нас определенных финансовых возможностей. Поэтому это все было проговорено, это все было обозначено, поставлены новые задачи, которые будут в том числе обсуждены на пленарных заседаниях. На промышленной выставке были продемонстрированы инновационные проекты различных отраслей. В том числе представили свои продукции и карагандинские предприятия. Также здесь были налажены двусторонние контакты между российскими и казахстанскими компаниями. Таким образом, уверяют участники встречи, это приведет к увеличению товарооборота не только по Карагандинской области, но и по всей республике. Идет хороший диалог, обмен с российскими предпринимателями. Поэтому надеемся на очень хороший диалог. А это российское научно-производственное объединение «Автоматики». Компания тесно сотрудничает с казахстанскими производителями. Системы энергосбережения, которые производят россияне, уже больше 6 лет используют в Карагандинской области. Мы умеем снижать мощность ламп до тех пределов, которые необходимы освещать улицы в ночное время. То есть достаточно большая экономия. Кроме того, наши интеллектуальные приборы узкорегулирующие, они позволяют еще добавочно сэкономить достаточно много энергии. Площадка «Екатеринбург-экспо» стала важным шагом в форсированном индустриально-инновационном развитии Казахстана. Здесь отечественные промышленники и бизнесмены встретились с российскими коллегами. А это еще одна возможность привлечь инвестиции в свое производство. Мирангуль Салкимбаев, Олжас Габасов, Марат Култенов, Первый Карагандинский.